Hello, Rimai. My name is Benjen Canadian, and my friend Terosair Gaming Preston Plays play with me in Minecraft Parkour Kart. По-любому сейчас кто-нибудь такой: что? Что это, Демастер? Ты что такое несешь? Ты ко мне стараешь. Короче, всем привет, я Демастер, так что еще Терросер. Да, и мы продолжаем проходить эту карту. Ну было похоже, не? Не знаю даже, я не помню, как Бенджан Канадиан приветствует. Я не знаю, я его ни разу не смотрел, я просто сказал какую-нибудь стандартную фразу. Но у меня, конечно, с английским все плохо, не знаю, наверное, это звучало как очень странно, особенно если кто-нибудь из англоязычных зашел. Ой, что-то ты упал. Ну, да. А, ты меня сдвинул, когда я ставил спанпоинт, возможно, я буду сейчас спавниться где-нибудь не там, поэтому я поставлю его лучше здесь. Да, я лучше вот ты похож на тебя просто и все. Хоп. О, что это? Это что такое? Это не спавн. Трон Террасера. Это трон. Блин, я хочу переслушать, как я сказал, все, что я сказал. Ну, потом переслушаешь как-нибудь. Когда запишем серию? Да, ты сможешь узнать, что ж ты там такое сказал. И такой: о, нет, это выпускать не буду, я удаляю. Да, я удаляю этот ролик просто. Так, сюда, хорошо. Это было слишком по-американски. А, я подскользнул, я перепрыгнул и упал, Тарсо. Стой, не прыгай, я хочу чекпоинница. Все, теперь прыгай. Я чекпоинт должен еще поставить. Да, поставь, давай, прыгай. О, я упал. Не зря. Ты рано умираешь, Тарсо. Так, а вот теперь я допрыгнул, и теперь могу проходить дальше. А здесь куда? Здесь сразу можно сюда. Эй! А зачем, интересно, второй там был путь? Второй для путь? Чего? Да. Для чего он нужен был? Какой второй путь? Ты о чем, Тарасе? Ну вот второй блок. Второй за тобой, видишь? Видишь, большая палка такая. А тут не допрыгнуть, что тут не допрыгнуть? Да, для чего она нужна? Просто для декорации такая? Эх, я почти нажал на кнопку и не смог, Терраса. И не смог. А, ты хотел в полете нажать на кнопочку, значит? Так, сейчас я попробую как-нибудь. О, я нажал. О, мне дали голову, как его зовут, этого ютубера, блин. Да, наведи на нее, там имена есть. А, там написано Джером АСФ. Джером АСФ. А, этого я знаю, кажется. Джером АСФ. Ой, о, куда меня закинул? Ну, отлично. Так, здесь можно поставить... Я уже прошел. Быстро ты прошел. Она очень простая, оранжевый очень простой. Первый, по всему случаю, точно. Так, она просто эти шесты с занозами, ну ты знаешь, да? Ты, конечно, сюда проходил, потом отсюда сюда, потом там кнопочку нажимал. Не знаю, как ты это проходил. Ладно, я нажимаю kill. А ты не прошел? Входит. Я с первого раза почти, я почти следующий прошел с первого раза уже. Я еще ни разу не упал, уже стыд такого дошел. Я спал... вижу. Хотя спаунпоинты ставлю регулярно. Прошел. Тоже с первого раза, прикинь. Да ты просто спринтер. Да, в начало серии, просто я начал такую эпичную, по-американски, понимаешь, как бы, да, и все, и сразу же начал тащить, потому что американцы, ну, я не знаю, тащили они или нет. Но к паркур-карту они проходят, во всяком случае, неплохо. Все, но я проиграл. Нет, я упал. А здесь можно так сделать. Так, где я появился? Я что, на самом первом уровне? Да не похоже. Да, ты за мной, ха! А я же прошел это уже, так нечестно. Ну ничего, ты с первого раза прошел, вот тебе дали попытку еще раз пока. Нет, я это уже проходил, не хочу это еще раз проходить. Ну посмотри на меня, Дарсер, посмотри на меня своим лицом. А я его одел? Да, я его одел. А где? Разве этот уровень я тоже не проходил уже? Нет, они похожи. Да, я вот здесь вот упал, в этом прыжке. А нет, я этот прыжок и сделал. А, я дальше вот по этим шестам перепрыгнул, и дальше вот со следующего дерева такой же длинный прыжок я упал. Слышь, так. Килл. Ой, тоже шесты, упал. Шестые, они такие шестакоичи. А, не, я шеста на шесть, когда перепрыгивал, упал здесь точно. Вот, это заруинило мой винстрик из двух побед подряд без проигрыша. Можно быть у тебя трипл килл. Трипл килл, почему? Трипл стрик. Тройной стрик. Да ё-моё, не долетаю что-то я. Ой, даже ты когда спавнишь, у меня пролагивает Майнкрафт. А у меня у самого пролагивает Майнкрафт, когда я спавнюсь. Интересно, ты какой-то лаганый. Ну, что я могу короче, поделать? Я знаю, как пройти этот уровень. Не, Домашний. О, не, смотри, я запаркурил, тут паркур, я попаркурил. Да, я заснял, как ты запаркурил. Не, ну погоди, Терсер, если... Самый натуральный... Если здесь так разрешено, значит так можно. Да. Карта прикольная. Я прошел карта прикольная. О, мне дали голову... Почему тебе голову дают, а мне не дают? Лачленса. Теперь я Лачленсом стал. Лачленсом стал? Это карта, которая превращает нас в ютуберов. Да?
В других ютуберах. Какие-то непопулярных. Я зашел на канал Benjamin Canadians. У него 6 миллионов просмотров. О, подписчиков. Даже есть ролик, на котором почти 100 миллионов просмотров, представляешь? И знаешь что? И? Я удивился. Молодец. Вот, а ты думал, что молодец. Я скажу? О, меня вон куда-то пешнул, оказывается. Ну ладно. О, это теперь подводный мир. Почему подводный? Нет. Тут... Видишь, это птички какие-то водяные или что это? Водяные птички, что? Эх, водяные птички. Слышь, а почему тебе голову дают и дают, а мне не дают и не дают? Потому что ты на кнопку нажимаешь, и дают головы тем, кто проходит честно. Чё? Ты охренел, что ли? Сейчас тебя забьют кулаком. Нифига себе ты агрессивно. Да я прыгал! А ты там просто ты стоял! Ты кулаком решил забить. Давай, давай, Ди, ну-ка подойди, ты что, на Бенджин Каладина? А почему у тебя... I'm kill you! А мы конечно будем. Нет! Потому что сам понимаешь. Я тебя убил, ты проиграл. Это я сам прописал. Нет, убил. Нет, это я тебя убил. Да. Я тебя ударил? Не-не-не, я тебя ударил, и ты умер, а ты уже далеко был, когда я умер. Нет, это я посмотрел на тебя, и ты умер. Нет-не-не-не. Видишь, какой у меня взгляд, просто взгляд. Нет. Да, да, сэр, прыгай. Блин, я хотел тебя подтолкнуть, чтобы ты долетел. Я понял. А, ты так умер, я испугался и упал. Просто всегда найдет оправдание. Давай, давай, прыгай. Ну, смотри, я сейчас прыгну, смотри, прыгну, Тарасар, смотри. Хочешь посмотреть, как я прыгну, смотри. Давай. Смотри. И давай прыжок, как тебе? А это ты сделал сальтуху, что ли? Да, 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 профессиональный прыжок, ты видел? Четко, четко, мне понравилось. Ну, ты обращайся, как бы, на учёт. А мне кажется, ты так можешь пройти вообще любую карту. Да, я могу... В которой мы играем вместе, да? Да, так ты можешь... Поставь спаунпоинт! На любую карту. Спаунпоинт поставь. Не, я без спаунпоинтов играю. Это слишком по профессиональному ставить спаунпоинт. И ставить спаунпоинт, смотри. Тарасер хитрый жук. Так, смотри-ка, смотри-ка. Хитрый жук. Классно. А, я думал... Смотри, подожди, на этот блок черный. Да. Подожди, нажимай. Смотри на черный блок. Но. Я подумал, что там звезды. Это, оказывается, пыль у меня на мониторе. Чё? Какая? А зачем мне на него надо было смотреть? Так я думал, что ты тоже видишь звезды, хотел сказать, смотри там звезды, а потом такой думаю, блин, это пыль у меня на мониторе. Чё? Какая пыль, Тарасар, ты чё? Обычная пыль. Эй, ты меня сбросил. Прости, прости, прости. Я вообще-то худой Алекс. Я худой Алекс. Ну, у худого Алекса есть пузо, так что нет, нет. Если у меня в реале есть пузо, это не надо, не значит, что надо мне напоминать, что я жирный. Я такого ничего не говорил. Ты говорил. Я сказал. Я тебе, ты говорил. Ты спровоцировал. Ты спровоцировал меня на... Ты сам это говоришь. Тебе никто это вообще не говорит. Ты сам спровоцировал меня. Нет. И попытался меня унизить за счет лишнего веса. Что? Я, Тарасер, тебе верил как брату просто. То есть, по-твоему, у худых людей нет пуза? Нет, ты у них сказать, живот, у них людей, живот, у них живот, но не пузо. Пузо, вот. Это уже кто как говорит, я называю пузо. Не, вот именно у пузо есть определение, я сейчас в Википедию открою и зачитаю, что такое пузо. Давайте просветим Тарасара, чтобы узнал, что такое пузо и что такое живот. Лол, ну открывай Википедию, я буду дальше проходить тогда. Я сейчас открою, погоди, сейчас пройдем это. Мы одно время прошли. А же все, мы прошли? Нет, Тарасар, ну да, погоди, пока не заканчиваем. Я сейчас открою Википедию, давай, Википедия. Что карту. Такое пузо? А я за тобой прямо был в этот момент. Ты прошел раньше. Я. Да, ты прошел. Да, пузо. Я тоже, что и живот. Черт. Вот, видишь? Нет, пузо Википедия. Вики-словарь, я должен Вики-словарь зайти, чтобы увидеться. Пузо это тоже, что и живот. А ты хотел дискриминировать. Значение тоже, что и живот. Ладно, окей. Вот. И кто хорошо. Из нас прав теперь? Признай, что это одно и то же. Пузо возможно, это одно и то же, но про пузо... Ладно, окей, ты прав. Все, мы пришли к согласию. Знаете, мне несложно признать, что мой друг прав, потому что я люблю своих друзей. Вот. А Тарасер не может признать, что он не прав. А в чем я не прав, ну-ка? Во всем просто. Ты говоришь... О, а почему меня только сейчас сюда портнуло? Я стоял, ждал, мне просто написало «Thank for playing». Я стою около этой кнопки, жду. Я думал, типа, куда ты исчез, потом решил снова до нее допрыгать по низу уже. А, элитры ты раздарю. О, элитры. А мне, кстати, не давали элитры. На, возьми, пожалуйста. Дай пролети. Можем пролететь и посмотреть на карту. Ю-ху!
Как круто! Но я считаю, хоть ты и прошел раньше меня ненадолго, то смертей у меня в полтора... Ну давай, если ты так будешь считать, я скажу, что ты сколько раз на меня тпшился. Да, ну а ты сколько раз на меня тпшился? Ну, вот как бы и нет никакого... Короче, да мы не соревновались, ТРСР. ТРСР, мы не соревновались, не переживай. Ну ты же начал говорить... Вот. Я считаю, что ТРСР победил, ребята. ТРСР победил, потому что он знал, что такое пузо. Вот. Я просто говорю, что ты победил, а ты что-то споришь и пытаешься мне доказать обратное, что ты проиграл. Нет, я говорю, я победил, да. А, ну все, видишь, а зачем ты это спорил? Я просто хотел к этому... Я могу согласиться со своим другом, легко, понимаешь? Просто, потому что я люблю друзей. Я пытался довести до этого, а ты что-то все время мне пытался вмешать и спорил. Говорил, ну я если посчитать, сколько раз ты ко мне телепортировался, а я всего лишь хотел сказать, что ты победил. Да, я согласен с тобой полностью. Да, да, все, ТРСР я сегодня выиграл. Вот. Вот, ну что ж, на этом все, дорогие друзья, с вами были Canadian Bungee, как его там зовут, я уже забыл, Банжан Canadian, Canadian Bungee. Он посмотрит ролик, что? Что это за чувак? Что он говорит вообще такое? Да, Banjan Canadian, а также со мной еще был мой хороший френд, это Preston Place. Не, я не Preston сейчас, какой Preston? Я сейчас... Ledge Lens. I'm playing this is parkour map with my best friend Ledge Lens. Subscribe and goodbye. Да, goodbye.